хоккейном клубе «Трактор» стало доброй традицией посещение игроков команды различных социальных мероприятий. В очередной раз делегированные от команды игроки Евгений Катичев, Артем Бородкин, Никита Хлыстов, Михаил Мокин и Олег Петров уделили время молодому поколению и приехали в одну из общеобразовательных школ Челябинска. Заведение было выбрано не случайно. 21-я школа нашего города – одна из немногих, которая имеет свою хоккейную команду. Специально для этих мальчишек, да и для всех собравшихся, а пришли почти все ученики и их родители, хоккеисты «Трактора» прошлых лет Сергей Перов, Евгений Толкачев, Сергей Трифонов, Антон Бородкин и компания показали начинающим любителям ряд упражнений собственным примером, а затем уже выбрали тех, кто схватывал на лету и награждали грамотами. А подписывали эти самые грамоты хоккеисты «Трактора» нынешнего состава. Затем уже в здании школы особо отличившиеся получили свои призы и возможность в числе первых сфотографироваться с хоккеистом «Трактора» и получить автограф. Поучаствовали в автограф-сессии, пообщались с детьми, сами окунулись в то время, когда сами такие же были, как они. В Челябинске очень хоккей популяризируется, то что так много людей увлекаются, и тем более молодые, то что интересуются хоккеем. И я знаю, что они даже там много кто играет, сейчас же был открытый хоккей, это очень здорово.